Мы, курсанты Щелковского колледжа, принимая торжественную клятву, клянемся с честью выполнять свой долг перед народом и отечеством, любить и уважать историю великой России. Это событие студенты Щелковского колледжа запомнят на всю жизнь. 35 первокурсников приняли присягу и стали курсантами. Торжественная церемония состоялась в Центральном музее ВВС в Монино. Поздравил курсантов с принятием присяги ветеран вооруженных сил, генерал-лейтенант авиации Александр Тараканов. Хотелось, чтобы вы, молодые ребята, получили хорошее знание, затем профессию, по той или иной, значит, стезе, или по вооруженным силам, или по МЧС. Там различных много специальностей, которые мне очень нужны для защиты нашей отчизны. Вместе со званием курсанта ребята получают погоны. Для меня этот день означает принятие устава хранить долг Отечеству нашему, России, и никогда его не предавать. Принимать в курсанты студентов, которые в будущем станут специалистами по эксплуатации беспилотных авиационных систем и по организации оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, в Щелковском колледже будет теперь обязательным мероприятием. Ведь эти ребята обучаются по специальностям, имеющим непосредственное отношение к армии и силовым структурам. Помимо основных предметов, им предстоит осваивать еще и военное дело. Андрей Цеходович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.